Председателя партии «Шанс» Алексея Лунгу сегодня вызвали в Центр избирком, где состоялось заседание на тему контроля над финансированием возглавляемой им партии во время выборов. Лунгу утверждает, что дал ответы на все вопросы избирательной комиссии и отметил, что хотел бы, чтобы за правящей партией следили с такой же тщательностью. По словам Лунгу, мониторинг, которому подвергается возглавляемая им партия, преследует только одну цель – заблокировать деятельность формирования. В очередной раз мы подвергаемся контролю, в том числе проверяют и финансовую деятельность партии. Я предоставил ответы и информацию по всем 13 пунктам письма избирательной комиссии, сделанным ими запросом. Очевидно, что подобные проверки проводятся в отношении партии «Шанс» не случайно. Я хочу дожить до того дня, когда ЦИК наведет порядок в политической партии ПАС, чтобы мы, все граждане, увидели беззакония, совершенные в ходе избирательной кампании. Пусть десятки и сотни миллионов из госбюджета будут показаны гражданам. Пресс-секретарь фракции ПАС Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует слова Лунгу. Помимо этого, председатель партии «Шанс» выступил с предложением в Центр избирком. Прослушать или хотя бы проверить финансовую деятельность другого конкурента на выборах. Речь идет о Генеральном инспекторате полиции. Посмотрим, на какие деньги Виорел Черноуцану и Генеральный инспекторат полиции напечатали те листовки, которыми они терроризировали всех граждан Республики Молдова, и как избирательная деятельность этого государственного учреждения отражается в финансовых отчетах. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Черноуцану не ответил на наши звонки, чтобы прокомментировать заявление Лунгу. Не ответил нам и заместитель председателя ЦИК Павел Пастика.